Вадик. Да, да, сейчас позовут, позовут. Чё? Прогрузился? Угу. А ты? Да. Да, уже надо играть, чтобы не прогрузился. Не, просто интересно. Ты же уже понятно. Там же и надоело. Может. Ясно. Красавчик. Здравствуйте, сегодняшний матч для вас комментируют Георгий Черданцев и Константин Генич. Во многих странах сегодня празднуется такой загадочный праздник. Мы мячик соберем сразу. И во что же он превратит стараемся сегодняшний матч? И нас, Константин Генич. Мяч у соперника. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока. Не-не-не-не-не! Но и шайбе! И после рикошета мяч оказывается в ворота. Ладно. Еще раз посмотрим, как он забил. Удар получился могучий. Очень хорошо он попал по мячу. Там рикошет. Еще хорошо, что ни в кого из игроков такой снаряд не попал. Могло и пришибить. 1-0 в нашей игре. Блин, что он творит? Наклан давал мне. Снова попал. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Суки, пидоры, пофиксили пас, блядь. Ходит мяч у них. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Есть. Давай, давай, хуяч сразу. Дальше, давай, будет. Решай, блядь. Так, хорошо. Хорошо. Матч богатый на события получается. Да, самое начало матча, а голы уже посыпались. И это дает надежду, что дальше будет еще интереснее. Снова равенство на табло 1-1. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. И тут может что-то получиться. С мячом вперед он идет. Защитник прерывает эту верховую передачу. Диас. Играют они в пас. Отдает он передачу. И как он дальше мячом распорядится? Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Хорош. Хорош. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Играет он на партнера. Еще. И может тут что-то... Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Центр ищите уже, зажили. А как насчет навеса здесь? Антоша, блядь, куда он бежал туда-то. Эй, бей! И бьет он! Хорош! Насосал. Да ты там в толпе бежал, я даже не думал, чтобы тебе пас дать, блядь. Нет, дальше мы просто прямо бежал, я туда бежал. Мягко говоря, не безупречно. Играй, играй. Он и выручил, но тут же подарил мяч сопернику. Посмотрим. На центр держи. Свободное место. Катают они мяч. Хорош. Вратарь, есть возможность добить мяч в ворота. Я с ботом назад играю. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Уверенно они в атаку идут. Второй темп, ребята, смотрите тоже. Не только сюда. Блять, я вообще здесь навесить хотел, блять. На зажал.
Терпеливо ждут они своего шанса. Месси! И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Теряют они мяч. Не туда хотел. Очень выверенный пас. Пас в разрез. Нет. Очень точно. Ну как же так? Перед ним был один вратарь, и как он пробил. Хотел, видимо, порвать сетку мощным ударом, а получилось... Ну, мы видели с вами, что получилось. Не смогли они мяч удержать. Видимо, на тебя не буду, у тебя там высокий. Так, здорово. Там один. Играет в пас команда. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Вот заебали такого. Хороший пас получился. Вводит мяч у них. Накрывает игрок этот удар. Дима, забеги. Там нормально. Там пустая. Вперед он мяч тащит. Отличный. Хорош. Меня сломал. Классно сыграл, без шансов. Хорош. Для голкипера он отправил мяч в сетку. Браво! Повнимательнее в вороне, ребят. Счет 3-2, смотрим дальше. Да, блядь, ботов. Да я понимаю. Да, не отпускайся так низ. Так ты, блядь, меня толкаешь низ. И перевод мяча на другую сторону. Мяч у соперника теперь будет. Ошибется. Грамотный пас, все по делу. Можно навес сделать здесь. Нормально. Давай на фланг, наверное, на Тоху. Куда по краешку. Где мяч? Тоха, ну ты хули делал? Ну-ка, ты откройся, ёп. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Разворот, бля. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Ах. Давай назад поможем, доиграем. Момент. Да, последние минуты, давай. И как он дальше мячом распорядится? Навес в центр штрафной. Нах. Так, пойдёт. В общем-то, с таким счетом можно было бы и заканчивать матч, но... Чую, будет как вчера. Арсенал, Ливерпуль, блин. Да, нормально. Если мы не соберемся в обороне, кто ботов знает, сука, как их обучить? Бля, только не надо всякую хуйню им ставить, а то сейчас будут опять впереди бегать. Пусть лучше как есть. Ну да. Давай. Ты, Дима, так любит в перерыве похимичить. Что, играем? Да, да. Давай. Вторая половина матча началась. Без мяча остаются они. Панели, бурлок, блядь, сколько бот ебучий. Нарушение и штрафной удар. Как вариант продолжения напрашивается навес. Отдает он передачу. Спасает он команду своими действиями сейчас. Они есть. Все верно. Пора сместить акцент атаки. И подача туда, в сторону ворот. Он явно задумывал немного другой навес. Ебать. Играет он на партнера.
Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Я старался, как мог. Мы спешили. Бля, я думал, ты побежишь, сорян. Ты просто утонул, Макс, ты говори, в какую сторону убиваешь. Я не могу, говорю, по кнопке стоит у меня. А. Опасно это может быть. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Очень хорошо. Ты живой, смотри. Не прошел. Кося. И что дальше тут будет? Сейф, но атака продолжается. И мяч в воздухе после такого выноса. Играет в пас команда. Катают они мяч. Играют они в пас. Это офсайд, атака закончена. Петро. Давай. Туман. Тащит вперед мяч. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Да рот ебал такие пасы, блядь, наперед. Ты сам такие просишь, блядь. Ну вот он и в рот ебал. Я на пыль там находишься, блядь. А, че, не видишь, блядь. Месси! Делать че хотите, ребят. Ворота, но придется ему еще стараться. Лишнего дохуя говорить. Диас. Стараются они сравнять счет, но пока что не удается им это сделать. И в последнем моменте уже вроде все, забивай, но вратарь сыграл. Я сейчас не ему дам вас счет. Отдает он мяч партнеру. Да, через такую защиту непросто будет прорваться. Диас. И есть поддержка у этой атаки. Вводит мяч у них. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Хороший навес был, но мяч выбит. Отличный отбор мяча. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Вы только послушайте, как стадион здорово поддерживает свою команду. Мяч перехвачен. Плохо себе. Везде захуевший. И ничего не было. Ебать копать, хорошо, а? Хорошо разыграно, навешивать надо. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И как он дальше мячом распорядится. Можно подавать сейчас. Могли забить, если бы не защитник. Неплохо он с мячом идет вперед. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Ребят, блять, выносите нахуй. Отдает он передачу. Есть адрес у этой передачи. И был рикошет, мяч уходит на угловой. Во. Конца хорош. Второго тайма примерно минут 15. Ну и просто, что добавит арбитр. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Растягивайте. Да блять, ну Антохи, какого хуя вверх тут? Очередной точный пас в его исполнении. И пас обратно. Скучновато. Блять, выбить, пидорас! Теряют они мяч. И что дальше тут будет? Оставляет... Твою мать, сука, боты! Ебанцы эти, блять! Дерби-триллер какой-то! И еще есть время на пару сюжетных ходов. Хорошее владение мячом демонстрируют сегодня обе команды. И кажется, тренеры решили именно на этот аспект сделать ставку. Когда такой план на игру встречается, в очной встрече всегда интересно посмотреть, у кого же подготовка окажется лучше. Сегодня это, возможно, сыграет ключевую роль. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Немного сзади. Какой сейв, вратарь творит чудеса! Хорошая возможность забить у них сейчас может быть, конечно, если удачно исполнит угловую. Игорь, возьми вот этого 88-го. Вот. Смотри, сколько тут наверное разыгрывается. Короче, я хуй, я по номерам их, блядь, не вижу ни хуя. Играет он на партнера. 5 минут до конца, счет ничейный, ставки растут.
хорош он в отборе, будет аут. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Катают они мяч. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Играет в пас команда. И пробил. Помогает Михарю игрок. И главы подавать они будут в концовке матча. Это отличная возможность выйти вперед. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Входит мяч у них. В игрока мяч попадает. Отличный прием. Так держать. Тут контратака может получиться. Две минуты еще играть. Именно столько добавляет сумма. Давай! Хорошо. Сука! И мяч в воздухе после такого выноса. Месси. Конец основного времени матча, но не конец игры. Нас ждут... Ну ладно. Блин, 5-5, конечно. Ну... Это сложновато, да. Все, выключай запись. А, тебе пока надо... Ладно, ребят, давайте. Давайте. Как?